Всем привет! Сегодня будем готовить необычный завтрак из обычных яиц. Яйца пашот, приготовленные в пакете, получаются очень нежными на вкус и красивыми на вид. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Берем обычный полиэтиленовый пакет, расстилаем его на рабочей поверхности и смазываем подсолнечным маслом. Края можно не смазывать, а по центру хорошо промазать маслом. Затем подставляем под него какую-нибудь небольшую, но глубокую мисочку. Разравниваем пакет. И будем туда вбивать яйцо. Я делаю 2 яйца, поэтому, соответственно, подготовила 2 мисочки и разбила в каждую по яйцу. Теперь яйцо надо слегка присолить, желательно мелкой солью. Затем концы пакета соединяем вот так вот вверху, чтобы получился мешочек такой. Закручиваем поближе к самому яйцу, чтобы поменьше воздуха осталось, и завязываем ниткой. Вот так вот получается. Вот такие 2 мешочка у меня получились. Теперь берем какую-нибудь палочку. У меня это палочка для суши. И прикрепляем наши мешочки к этой палочке. Прикрепить можно с помощью прищепки. Очень удобно. Это мы делаем для того, чтобы установить в кастрюлю и яйца не касались дна кастрюли. И вот такая конструкция у нас получается. Дальше полученную конструкцию устанавливаем в кастрюлю с кипящей водой, так чтобы яйца были полностью покрыты водой, но не соприкасались с дном кастрюли. И варим 4-5 минут. По истечении времени огонь выключаем, воду сливаем и оставляем наши яйца остывать в подвешенном состоянии. Так они будут лучше держать форму. Прошло 15 минут, яйца уже почти остыли. Теперь будем освобождать их от пакета. Аккуратно срезаем пакетики, чтобы яйца не разрезать. И разматываем. Вот такая красота у нас получается. Теперь посмотрим, какой у нас получился желточек. Вот такой у нас желточек получается, когда варится 5 минут. Хотите, чтобы он был пожиже, можно 3 минутки выдержать. Вот и все. Необычные яйца пашот готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.